Дети, все готовы? Да, капитан! Дети, начинаем записывать! Да! В общем, ребята, дорогие зрители, сегодня я, Владимир, собственно говоря, да, генерал, мой друг Руслан и моя подруга Аня начинаем новую серию. Да. Да. Руслан, привет. Скажи привет. Hello, да? Так, Аня. Всем здрасте! Аня, жига есть? Слышь, нет. Жига есть? Держи. Зачем? Слушай, Руслан, а если держи жигу. А, блин, зачем? Объясняю, яблоком тебе стреснул, да, по лицу случайно, сори. Объясняю, зачем я дал вам по жиге. Также, ребят, я могу сказать вот что. Я дал каждому из них, ну, их не зрители видят, я дал камень и стекло. Почему? Потому что мы идем в Нижний мир, вы видите, у меня обсидиан. Почему каждому по жиге? Потому что есть вероятность, что кто-нибудь из нас помрет. И, возможно, Гаст потушит портал. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас застрял и остался в Нижнем мире на веки вечные. А что, было бы весело? Вместе со всеми, да, я помню, как мы бегали с девчонкой с одной, это было, это кругосветное путешествие, вот, и у нас получилась ситуация такая дурацкая, то есть... Вов, где ставить его будем? А, пойдемте. Вот, получилась дурацкая ситуация, то есть... Чего мы за ним пошли? Где, куда, не знаю. Сейчас место найдем. Ну ты говорил подальше от всего. Подальше от всего, да, на всякий случай, мало Вов, ли что. Не надо ко мне его. Я не к тебе, я не к тебе, я вот сюда. Куда-нибудь вот сюда, так. Да, прям хороший. Так. Раз, два, три, четыре. То есть твой вход, твой мост будут охранять. Ну, если да, если из него кто полезет, то они будут охранять мой мост. Так. Пам-пам-пам-пам. Он же 3 в высоту вроде. Да. Пам-пам-пам. Я один раз косичнул, так в скайблоке. Что, зажигать? Погоди. Да, молодец. Зажег. Я надеюсь, из него никто не вылезет прямо сейчас. Что, один должен залезть сначала? Да, ладно, ничего страшного. Я поставлю тут сундук с 2 оставшимися обсидианами. Иди тогда уж первый. Я помню, в скайблоке взял, поставил высотой в 2 блока... И алмазной кирки нету? Конечно. Черт! А, залагай! Вот именно. А, капец. Ох, плющит. Капец, как плющит. Ребят, рядом плоскость есть, на которой встать можно? Лава, ребят, аккуратно, лава. Фу. Руслан, вылазь оттуда. О, все, отплющило. О, блин. Смотри, это электрогаз, ребята, беспокойтесь, осторожно. Вот там вот газ, это, по-моему, электрогаз. А тут какая-то пыльца. Ну, лагает, господи. Ой, как лагает, жесть, пипец, у меня тоже. Так, короче, ребят, настройки графики, не знаю, дальность прорисовки, ставим 4 чанка. Я не знаю, что еще можно сделать. Вова, у меня и так было 5. Ребята! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Я сейчас! Я убил одного! О, черт! Это какой-то дум! Капец, ребят, я прыгаю, я пытаюсь что-нибудь убить кого-нибудь куда-нибудь. Пипец! Там лава была, это близко, где я упал. Я живой, а вы что, нет? Я сдохла. Так. Капец. Подберите мои вещи, пожалуйста. Они в какой-то нам. Ой, тут какая-то тварь на меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Будь здоров. Капец, Руслан, будь здоров. Ой, я будь жив вообще, чтобы не сгореть. Я не знаю, пипец. Пипец. Фух, я выжил. Так, ребят. Я не знаю, как вы. Смотрите, я прячусь. Я закапываюсь. Я ухожу. Ай! Так, я просто... У меня еще весь экран в крови. Руслан! Руслан, просто ныкайся куда-нибудь. Ныкайся, отбегай к скале. Я тут, видишь, в скале, Руслан. Да, прячься от него. Сейчас прячемся, регенимся, я не знаю. Да, ребят, я вообще второй раз сдох. Я, походу, тут самый живучий из вас. Нет, я-то выжил, только у меня ХП было по нолям. Я вообще чуть не умер. А у меня нет. Капец, жесть. А у меня получается, у меня ни ботинки, ни поножи, ни зачаренные. Ух, ёп! Ой, назад, Руслан!
Капец там, блин, почему у меня... Почему мне не везет так? Ааа, лавы, нет, 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 нет. Нет, 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 черт! Ааа, дерьмо. Извиняюсь, извиняюсь за... Здесь лава, здесь... Ааа, не ругайся. Прекрасно просто. Черт, нет. Руслан, это пипец. Да ладно. Это пипец. Нет, это пипец. В меня плюнули лавой. У меня ты понимаешь, все вещи сгорели. Меня затопили лавой. Я и про это тебе и говорю. В меня лавой плюнули. А, жесть. Веселые приключения. Нет, ты понимаешь, у меня все мои вещи были со мной. Все, которые были крутые вещи. А, и голова какая-то летает. А, жесть. Ладно, голова. Мне капец. Этот лавовый больше нравится. Пугает. Жесть такая. Там просто блок, который замедляет. Он зараза, блин. Ай-яй-яй! Уходим, 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 уходим. Живи, Аня, живи, 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 живи. Да-да-да, конечно. Ребят, меня еще... Нахрена ты меня убил? Руслан, ты жив? О, Долли Герл упала в лаву, убегая от мультилиона. Что? Бедняжка. У меня сподвиг к смерти. Я что, настолько страшный? Так, 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 погодите, погодите. Но если посмотреть на мой скин... Да-да-да. Так. Вова, что делать? Я не знаю, я взял арбалет, сейчас я заряжу его. Там просто блоки, где у нас тот самый... Слушай, слушай, слушай. Ребята, это капец. О, наконец-то. Ухё! Ухё, вот именно. Да ты понимаешь, я тут просыпаюсь, тут циклопы, зомби. Так, а, ты в обычном-то мире очнулся не в доме, а на улице. Нет, я в доме. Ну, у меня дома нет уже. Ну я и говорю, ты в доме, но как бы ты не в доме. Типичная Аня. Фу, капец. Так. Надо было сразу блоки ставить. Вот-вот именно, вот именно. Это наша ошибка как раз-таки была. То есть надо было сразу заставляться, пипец. А, нет, Руслан! А, пипец! Пипец, что тут этот носорог этот рогатый, капец. А, я не знаю, как его... А, он что-то телепортировался! На тебе! И крипер еще здесь, отходи. А, нет, я горю, я горю, я горю. О, блин, жесть, у меня еды нету. Ты его убил? Кого? Этого летуна, да. Офигеть, а когда мы начали снимать? Что? Ну, просто интересно, чтобы потом не получилось, как... У меня одна серия последняя, вот, которая была, она на 40 минут, и у меня комп просто чуть не взорвался, пока я рендерил, потому что она у меня снята была в качестве, там, ну, не совсем в том, в котором обычно, и там просто жесть, пипец. Так. А, офигеть, офигеть, офигеть. Смотрите, чё, у меня есть мысль. Есть такая штука, дубовая полка. Можно ими загораживаться, потому что стекла у нас больше нету, как я так понимаю. Ну, камень у нас есть хотя бы, я там... Так, смотрите, я вот могла бы что-нибудь поставить. Я вот что сейчас сделаю. Я сейчас вокруг портала здесь построю стекло и поставлю двери. Если они двери, я надеюсь, они не ломают, ё-моё. Я пойду за это... В самом аду загоражу там все, чтобы на нас не напали. Давай, хотя вряд ли мне это получится. Аня, ты представляешь, вот я реально, я балбес вообще, и мы все балбесы, но я самый большой балбес. Во-первых, ну да, я, во-первых, самый большой, потому что я самый старший балбес. А во-вторых, потому что я же попёрся. Ты понимаешь, я попёрся, я все верю. Залага! Меня лавой! Лава залилась! В общем, ребята, смотри. К порталу лава залилась, к порталу. Жесть. Прекрасно. Этот бомбер, или как его там, Белф, кинул в меня лавой. Ага. Он мимо попал, но, блин, пока я об него загораживался, эта лава в меня сзади. Да, я тоже самое. О, капец. Мы сейчас все блоки просрём. Есть такая вероятность, ребят, да. Есть. Есть такая вероятность... Ой, фу, они такие некрасивые, эти стеклянные панели.
Лучше просто из стекла сделаю. Мне кажется, это не поможет, они все равно вылетят. Короче, надо сделать лопату, потому что по песку душ не очень бегать. Обсидианом, что ли, там, блин, заделывать все, потому что пипец, он взрывает. Слушайте, надо реально вообще, это самое, они если сюда пролезут, он какой-нибудь лавой плюнет, у меня вообще весь дом сгорит нафиг. Ну ты молодец, поставил рядом все. Нет, я же это, я потихоньку тут сейчас заделаю, капец. Ну стекло, ты думаешь, это поможет? И, Руслан, ты понимаешь, все инструменты, все в лаву просто. Вова, я только... Упс, ребят, так, сейчас у меня будет пауза небольшая, погодите. Ага, так, я, в общем, своим зрителям, я вернулся. Так, есть слон? Мне кирки нет с собой. Блин, а как ты так... Блин, давай рукой. Песок души лопатой копается. Так, я ребят, короче, я беру лопату. Я беру две лопаты, если что, кому-нибудь могу дать лопату. Короче, мы смогли. Вот. И я беру кирку, не знаю, какую-нибудь надо взять кирку, какую-нибудь подешевле. Я сейчас просто возьму каменную и сделаю кирку. Вот, просто чтобы не про этого тее. Ну, это понятно. Так. Всё вроде как норм. Так. Мы живы. Жив целый орел. Так, ребят, кирок наделал. Короче, кирки и лопаты кладу возле портала. В этот, в сундук. Эх, ну, блин, все вещи. Там и меч была, и броня. Понимаешь, это вообще как... Так, если мне сейчас очень хорошо повезет, то может быть просто я... Просто жесть. Так, копаюсь до своих вещей. Ух ты, мой арбалет! Руслан, ты спас мой арбалет! Ты вообще шикарен. Или кто спас мой арбалет, не знаю. Ну он подобрал. Ну когда вот этот демон вылез из портала, я вот его загасил лопатой. Молодец. Загасил его лопатой. Так, стоп. А, надо сделать, получается, здесь еще верстак возле портала. Ну ты, если что, можешь... Ребята, я нашел свой меч. Ой, свои вещи, наверное. Ну-ка, барабанную дробь. Нет, все потеряно. Все пропало. Так, я сделал... Там, короче, ребята, в этом самом... Как его? В сундуке там перед... Там спуск был. Там же мои вещи. Никаких вещей нету. Ребят, в сундуке перед порталом, короче говоря, лежат лопаты, лежат мечи. Если кому-то что-то будет надо, туда просто заштыриваемся и этот самый... Так, и стрела моя. Так, стрела. И я пошел. Ребят, там возле портала что-нибудь шухер какой-то идет сейчас, нет? Да мы все заделали. А, вы все заделали? Да, я все заделал. Да вы вообще умнички, блин. Пока, вот это называется, мне позвонили, а они раз и побежали, и все. Ай-яй-яй-яй-яй. Осталось только все это заделать. Слушай, тут очень много... Ну-ка, есть что делать из песка души? Какой-то спуск есть куда-то. Ну, мы тут копали. О, слушай. Адскую звезду теперь можно не выбивать из Незера? А чё, её можно скрафтить? Ну, слушай, а что-то у меня как-то вообще, короче, не знаю. Это, в верстаке делаешь такую же схему, как вот этого визора, и под ним еще с одной стороны алмазный меч, а с другой лук, получается адская звезда. О, точняк, ребята, я этот самый частицы минимум поставил. И у меня FPS нормальное стало здесь, в нижнем мире. Частицы на минимум поставьте в настройках графики, может поможет вам тоже. Частота кадров? Частицы. Escape, настройки, настройки графики и под яркостью частицы. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже мой, кто ты? И что там надо сделать? Частицы, да. Все или как там? Там частицы. Есть. Ну? А, ну. Ну вот, настройки графики, идет левый столбик яркость, и под ней частицы поставить? Минимум. Минимум я поставил, хорошо. И у меня нормально. Ну, у меня нормально. И так минимум был. У меня все было. У кого как, да? Все, вроде бы норм теперь, мне не так лагает. Подкоп. Что такое? Подари, подкоп делай. Так, осторожно, тут лава, да? Так, я тут подкоп пока что делаю. Ой-ой-ой, а чё, кого долбит? Кто? Ты меня ударил. Я вообще, ты посмотри, где я. А где мы? Мы в аду.
Да ладно. Вот этот чувак стреляет. Надо взять там... Ай-яй. Ах ты ж нифига лагануло сейчас. Так, я не знаю, просто я не могу понять, а как оно куда, откуда она течет, эта лава? О, нифига там. Потоки, вообще жесть. Возьму немного вещей. Мне все равно чуть подлагивает. Так. А, попал в меня, попал. Ай-яй-яй. Ну так рвай. Да ничего, сейчас я ему вшатаю. На тебе. По-моему, я не попал в него. На тебе, блин, что ж такое-то? На тебе. Да я не понимаю, как я попасть-то в него не могу. Я чё, я же меткий вполне. Когда добыл? На тебе. А, я в портал вообще вляпался. Капец, ребят, есть у кого-нибудь хоть чуть-чуть там что-нибудь, какое-нибудь яблоко, не знаю. Нету вообще. Нету. Печально. Ну ладно, это ничего. Так, я вроде бы подкапываюсь. Вон там у меня смерть. Осторожно. Да, тут этот типчик стреляет. Сейчас я выпрыгну и вшатаю ему. Все, я его убил. Этого я убил, чувака. Так, что у нас тут такое происходит? Сейчас посмотрим, сейчас я... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, лава! Да блин, почему лава такая быстрая? Все, я это лаву здесь прибрал. Ну, во всяком случае, попытался. Так. Капец, лаги. Ребят, я горю. Бывает. Постарайся этого не делать. Пять лава, боже мой. Так, слушайте, а где у меня этот, где у нас стекло-то, ребята? Я уже долезла до моей почти, до моей смерти, где у меня... Так, ой, блин, тут везде зря. Так, я вернулся в обычный мир, я побегу, найду стекло, и будем реально стеклом обставляться. Вот этим вот, которое почти прозрачное, или как оно там пишется. Ну, в общем, оно, получается, разбивается, если это стекло выпадает тоже. Сейчас я побежал. Так, и мне надо... Меч у меня есть. Что такое? Ну, я тут проход нашла. Это проход, это хорошо. Где моя смерть? Так, песочек. Где же был песочек у меня? Моих вещей нету. Здесь песочек был. Ну, моих-то точно нету. Ой, блин! Ой, я вход переборщил с копанием. Звук такой, вообще, знаешь, чем-то, как их, индейцы, когда... Да, индейцы. Помнишь, ты про синий дым говорил? Да. Он не электрический. Электрический зеленый дым, от него прям молнии видно, отскакивают. А чё синий делает? И он бьет лобера. Синий? Нет, зеленый, молниями в него. Просто эту картину наблюдаю. Здесь много на карте красных вот этих вот чудаков, и я ваших этих не вижу, скинов. Просто если посмотреть, куда я, это, пойти по тропинке... Ух, ёп, сгинь. Так, сейчас я выкину тут немножко вещей лишних. Где ящик? Ящик. Вот он, ящик. Так, сейчас я... Это я выбросил. Ребята, я помираю. Синдер это же такой летучий-то, который летает. Энты как будто знали, что я сейчас умру, и пошли к моей кровати. Так. Я заделалась там, где ты сдох. Заделалась? Ну. Заделалась. Ну, заделалась это лучше, чем обделалась. Обделалась, да. Я говорю, это, я говорю, здесь вокруг обделался везде. Пока где ты умер. Где же это было-то, я не помню. Ну, был такой момент, в общем, прикольный. Везде обделался вокруг. Лол. Чё-то аэнты бегают вокруг меня, и им пофиг на меня. Подожди, я тут копал? А где мои вещи? А, на. Ребята, слушайте, я понял, знаете чё? Я понял, что так оказывается сложно здесь играть, когда у тебя каменный меч. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй!
Ребята, в обычном мире ликанитовский паук. Прикольно. Он тэпнулся туда прямо сейчас, прям отсюда. У так, кого-то стекла шумит, я так не у кого-то какие-то помехи такие. Это... Да-да-да, помехи. А как будто-таки электрошокером бьет. Так, это дым электрический. Вот, смотри, иди сюда. Вот вот так вот на шифте. И вон туда вот. Ой, да, вот туда вот. Уйди, уйди, уйди. Мне совсем мало этих осталось. Сердец и еды. Так, блин, тут кто-то пробегал. А, да. К нам летел, так что нет. Так. В игре, походу, такие. Ребята, а вы там где? Мы где-то. Мы бежим, сейчас я тебе покажу, где мы. Так, я нашел, где этот чувак сидит страшный. Я туда не хочу. Мы тут, вот мы. Коко. Коко! Коко, поймай! Ку-ку, привет. Ку-ку, привет. Смотри, здесь я пыталась какой-то проход сделать. Сюда смотри. Пытаюсь хоть как-то сделать. А я смотри, что делаю. У меня стекла нету. Вот. И я делаю этими. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй, паук вернулся, паук. Все, это нормально, паук. Там этот, как его, шарокидалка какая-то, я не знаю, да, как его называть. Смотри, где он там бегает. А, где? Это мы еще не проход сделали. Где? Видишь, видишь, где-то идет, Руслан. Где? Вот это у нас. Во-во-во, смотри, 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 а нам на лаву пофигу, видишь? Она стекает, понимаешь, он кидает, а она стекает. Ой-ой-ой, огнем пробил, пробил, пробил огнем. А-а-а, я сейчас горю. Ты понимаешь, это прям... Я пойду за едой. Что, это экшен? Прям в морду так летит и пролетает мимо. Бах, чисто так. Слушайте, это тут пипец. Дерево прямо около нас. Аня, что такое у тебя? Там дерево в реальном, этом нашем обычном мире на меня напало. А, это... Слушай, у меня же... Ой-ой-ой, лавой опять кинул в меня лавой. Я бегу за едой. Так, смотрите, он лавой снова швырнул. У меня же арбалет есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я картошечки. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут пауки спавнятся какие-то, я не знаю, вообще жесть. Подождите, а огненные летучие мыши, они случайно не с дивайна? Ай, паук из адского. Какой дивайн здесь? Вообще дивайн. Ну потому что за ней высох. Сволочь. То, что за ней этот... Паук летучая мышь убил, это хотела убить. Да, вот это адская. Слушай, а по-моему, кто-то из мобов спавнится на песке, я что-то... Эй, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо так делать. У меня есть вот, вот так вот. Вот так делаем. Вот так. Пам-пам-пам-пам-пам. Где ну, я делаю тем, что... Слушай, ну тут мобов столько, что пипец. По-моему, от мобов чисто тут... Опа! Опа, смотри, еще один этот пришел. Джентльмен. Так. Так. Это дела. Иду. Не-не-не-не-не. Сейчас я ему арбалетом. Бах лавой, да. И все шугаются сразу. У меня, понимаешь, у меня арбалет хрен бесконечный. Хрен тебе. Ну-ка, бах тебе, на. Сейчас еще раз. Ау. Еще раз, бах, на тебе. Вам еда нужна? Ой-ой-ой, тут этот, белф какой-то. Ребят. Еда, да? Еда, ну у меня есть 25 яблочек. А, ну я просто картошечки. Ай. А кто в тебя кинул? Ой-ой-ой-ой, этот прошибает, ребята, можно ребята. Можно воды сюда залить. Вода не... Вода испаряется в Нижнем мире. Ты чё, вода же нельзя разливать воду. Грустно. А, знаете чё, у нас очень жаль, что у нас билда нету. Аня, отходи, отходи. Ну ладно, всё. О, там ещё один. Сейчас я ему наваляю. О, сколько лавы. Где вот мы копались, Руслан? Нам там лава теперь везде. Короче, смотрите, чё получается. Да, Руслан знакомится с фауной верхнего мира. Да, я люблю деревья. Я заметил. Но я заметил, что еще больше деревья любят тебя. Ага. Блин. У меня кирка сломалась, что делать? А, в обычном мире возле портала куча кирок лежит. Ну там деревья. А, ну логично, да. Где меч? Которые, я меч не могу сюда. Там мечи тоже лежат, есть там мечи. Ой, блин! Да-да-да, ты это...
Ты осторожно, потому что я тут сейчас расширяю нашу территорию, как видишь. Вот, и, короче, получается, что... Да трындец! Надо было топор взять с собой. Ой-ой-ой-ой! Ты что сделал? Ой-ой-ой, тут этот. Летает. Куда кто выпустил? Так, погоди, погоди, у этого, у Белфа 20, я ему, наверное, собью его. Да, yes, этого я сбил. Так, ну-ка, иди сюда, получай, на тебе. Там нужно... Ух ты, там сверху цена-то какая висит. А, стой, встречу. Сверху висит это... Аккуратно, аккуратно, слева. Да, слева, а это... Ой, извини. Ой. Ты меня тоже ударил. Я так и понял, что я тебя стукнул. Так, сейчас я дальность прорисовки поставлю, 3 чанки. Я его бью, бью, еще немного осталось. О, убью. Сверху электричество, я да, убью. Там вообще шатает. Ну, что, наткнулись? О, да, там наверху, я понял, да, зеленоватая. Ой, там еще наш... этот, еще один лавовый, чувак. Погоди, погоди, у него 24 у лоббера. Сейчас я ему еще один выстрел, и он мертвец. Анечка, ну куда же ты? Черт! Черт, нет! Нет! Откуда-то мало понял. Ребят, через секунду... Сейчас, короче, я тут трупом поваляюсь, вы не волнуйтесь, возле портала. Сейчас я как гореть труп перестанет, так это, скорее всего, лава исчезла. В общем, ну все, можно заходить обратно в портал, правда, теперь моих вещей больше нету с моим супер хорошим арбалетом. Печаль, тоска. Да, так что, я не знаю, как теперь будем отстреливаться. У меня есть лук и один стрел. Это все, что у меня есть. Арбалет-то выносил почти, вообще очень хорошо выносил, короче. Мать, сделал дырку. Да дырочку я делал, я же расширялся, на меня этот лоббер напал, там, все такое. Капец. Весело. Так, я хочу в ящик. Нам не страшен. Красный лоббер, классный. Красный. Классный лоббер? Классный, очень классный. А я одного убил. В рукопаху. Поздравляю. Тебе слабо? Нет. Я тоже много кого убила. Вот и вот летающих, этого? И летающих. Ай, лава! Ай-яй-яй-яй. Меня ударили. Ребят, я вижу, вы такие переливающиеся через портал, вас видно. Бузер. Ой-ой-ой. А есть у кого-нибудь? Спасибо большое, вы толстым. Тут ты добрая. Да. Кирку тебе. Да-да-да, я именно про Кирочку и хотел. Кирочки, лопаточки, так. Кирочки, сдохни, 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 сдохни. Я добрая, сдохни. Подох. Их тут бесконечно будет появляться, если мы ничего не делаем. Да, они будут бесконечные. На тебе. Гриндер, слушай, выжил. На тебе. Ну-ка, давай, иди сюда, эти киркой. Ой-ой-ой-ой, вот тут лоббер стоит просто за углом. Вот там вот. А плиточки есть у кого-нибудь, а? Такими, как есть. Плиточки, блин, ребята, у нас даже... У нас верстака нету здесь, ни сундука, ничего. У меня верстак есть. Ну, мы типичные. Я дерево с собой взял. Типичные летсплейщики. Запоминайте, ребята, какая... Минуты, знаете, офигеть, ребята, слушайте, все надо... Заканчивали, а то мы так никогда не было... Да, это что? Сколько надо обрабатывать? Давайте на следующую серию, давайте. Да. Так, вот так вот. В общем, ребята, дорогие зрители, вы видите, как весело здесь, очень весело, да. Особенно мне, у меня теперь нету, я бомж. Все, ребят, у нас есть сундук и верстак тут. Ну вот. Как так? Я только сказал, что я бомж. Короче, спасибо всем за просмотр. В общем, да. Слишком много в общем. Всем большое спасибо, ребята, за то, что вы с нами и смотрите наше видео. Несмотря на дикие лаги Нижнего мира. Нормально. Ох, это ж пипец. Вот, в общем, всем спасибо и у всем нас... пока. Пока-пока. До встречи. Всем пока-пока. С вами были мы. Да. Норм. Жесть. Там свинья из портала вылезла.